Всем привет, друзья! Сегодня у нас открытая бета-тест, или как правильно? Бета-тест, да. Открытый бета-тест игры X-Defiant, в переводе как из непокоренный. Так, давайте я, наверное, проще зачитаю, тут у меня подсказочка. Так, X-Defiant — это бесплатный онлайн-шутер от первого лица, в котором вы соревнуетесь в динамических сражениях. Кроссплатформенная игра доступна при запуске, вы сможете играть с друзьями на различных платформах. То есть для различных платформ будет. Индивидуальные комплекты снаряжения. Выбирайте из большого арсенала оружия, приспособления и устройств, чтобы оптимизировать свой стиль игры. Комбинируйте любое оружие с любой фракцией, открывайте новые возможности во время игры. Чтобы усовершенствовать свой стиль игры, фракции, взятые из знаковых миров Ubisoft и представляют собой отдельные классы, каждый из которых обладает уникальными способностями и ультрас. Выберите любого персонажа из любой фракции, чтобы собрать свою команду из 6 игроков. Вот как-то так вот вкратце будет. И сегодня я посмотрю, что это у нас такое. Так, главное, понятно, как бы играть. Группировки. Так, есть у нас чистильщики. Фантомы. Так, Либертат. Эшелон. И Дедсек, или как правильно будет, киберштурмовики. Вот как-то так вот. Так, такие комбинации у нас оружия. Какие? Так. Стоп. Так, и так, тут мы создаем, да, получается? Так. Что тут? А, разное оружие. Давай-ка калашку возьмем. Так, здесь что у нас? Так, можем подвесы всякие делать. Очень, кстати, интересно получается. Так, здесь у нас пистолеты. Ну, давай возьмем магнум. Магнум, осколочная граната у нас есть. Так, вот сделаем. И вот такая у нас комбинация. Так, группировку какую выберем? Давай фантома возьмем. Так, взяли мы его? Наверное, взяли. Так, и смотрим игру. Так, у нас есть безрейтинговые. Играть. И зона тренировки. Давайте зону тренировки посмотрим. Музыка, не знаю, громко, не громко будет. Может, придется подрегулировать что-нибудь. Look at this classy training joint. Sparing no expense. Так, озвучки, я так понимаю, нету у нас, да? Настроек нету. Озвучки русской нету. Так, значит, что у нас написано? Зона тренировки. Добро пожаловать в тренировочную зону. Здесь вы можете осваивать способности, суперприемы и оружие в безопасных условиях. Ну, давай осмотримся. Так, это вот эти три точки у нас, да? О, тут у нас и ассасины. Ну, красиво так сделано. Поучаться потанцевать мы не можем, да?
Ну тут как понятно, да, тут много из игр других всего взято здесь. Так, тут что у нас? Кролик отлетел. Так, тут что у нас? О, тут у нас тир. You look like you know your way around a firing range. Так, try some different loadouts. Учебные стрельбы. Стрелять по мишеням, установленных на разных дистанциях. Так, а как начать? А где начать-то? А, вот, начать испытание. Good hunting. You lost, agent? Where are you going? Испытание провалено. А, то, что с точки я ушел. Ну ладно, фиксим. Нам как бы особо это и не нужно. Нафиг, гранат. Так, что-то еще интересно. Пристрелочный щит. Использует щит для изучения кучности и особенности отдачи своего оружия. Вот этот, да? Ну, это у нас вот для задротов, чтобы полностью изучать игру. Так, ясненько, дальше пошли смотреть. Игру обещают выпустить в этом году, летом, вроде как. Put your skills to use. Sample some different factions while you're at it. Так, а здесь что мы делаем? Взаимодействуем, чтобы настроить такие параметры мишени, как неподвижность, стрельба, бег и применение способностей. Не очень понимаю, для чего этот стенд. Ну все красочно, все красиво очень. А, графика, конечно, не очень так прорисована, так себе. Не как в голде Call of Duty. Так. А гранату в рот закинем ему? Не закинули. Беги быстрее. Test your tactics on the assault course, agent. Так, здесь что такое у нас? Старт. Так. Hit the course hard, agent. Это бежать с препятствиями, да? Мне кажется, да. Вон, туда показано бежать. Давай. Туда не залезть. Никого нету. Опа! Враги! Дальше. О, по лестнице нормально лазит. Косой, косой. Так, это взрывается, нет?
Не, бочки не взрывайся тут. Так интересно сделано. Сделано интересно очень. Course complete. А, все, финиш. Финита ля комедия. Hit the course hard, agent going так, AWOL. Все, спасибо. Так, что еще у нас тут? А, все. Все, прошли. Вот это интерес, конечно. Окей, пока-пока. Но управления вроде нет никакого. Ой, я невидимка, ё-моё. Ого. Так, ладно, давайте выходить. Так, как нам выйти отсюда? Как нам выйти? You can't hide now. А, о, у меня что-то есть еще. А что это дает нам? Совершить суперприем. Так, не понял, что это такое. Ну ладно. Так, как нам выйти? Так, выйти из боя. Ну ничего, такая обучалка красочная, интересная. Но мне хочется быстрее так игру посмотреть. Так. Приветственные игры есть. Все списки игр. Так, экскорт, контроль зон, превосходство, оккупация и экстремал. Это как бы у нас так. Приветственные игры. Играйте в различных режимах с соперниками, уровень которых не превышает 25. Но это, наверное, разные, да, будут. Так, ну давайте все посмотрим. Посмотрим, что это себя стоит. Так, сразу скажу, чтобы там сильно злобно не комментирую, что по шутерам я слабоват. Не то, что слабоват, я полный нуб. Так бы я сказал. Но все-таки мне тоже интересно посмотреть. Давайте посмотрим. Так, группировки. Так, чем мы тогда? Давайте девашку возьмем, может, какую-то. Вот эту. Девашку возьмем. Так, комбинация. Чем? А, мы уже собрали. Вот первая комбинация. Если она будет. Еще фиг знает, как это все работает, еще непонятно. Но не будем забывать, что это бета-тест еще. Так что. Так, набираем игроков. Так. А что мне брать-то, я не знаю. Так, так, так. Давай указываю. Так, а почему у меня оружие другое? Так, свой вариант. Давай мне свой вариант. Вот, так, у меня калаш. Так, сведения о группировке комбинации. Понятно. Так. А что? А, тут бой вовсю уже идет. Куда нам идти-то? Тут вовсю бой идет. Это значит, мы сильно проигрываем, да? Куда нам надо? Торопиться не будем. О, ай! О-о-о-о! А что так быстро-то? Ничего себе. Я и прицелиться не успел. They're nearing the checkpoint. Там наверху же враг бегал. Тетка не видела, что ли? Так, один есть. Ну так, паучок какой-то побежал. Оп-оп-оп, куда он побежал? Он как побежал.
Мне оптику надо, на калаш оптику надо поставить. Package is reversing. Опа! До свидания. О, оптику на калаш не очень удобно с прицелом. Так, куда мне бежать-то? Давай, веди меня, местный житель. А что-то поменялось? Карта поменялась или что? В другой бой закинуло. Давай, по-тихому. Никто нас не видел. Блин, я и не успел даже. Офигеть. Я даже не успел ничего сделать. Ну да, я-то тот еще шутерист. От слова шут. Шутерист от слова шут. Опа, блин, вдвоем добили меня. Добили. Kill the goons! Dead goons can't very well push the ну, package, ладно, can they? The package is in reverse. Все-таки развлекаемся. Побежали развлекаться. О, там. Он тут. Hostiles are nearing our progress point. Go for the D! Паучок что-то сделал там. Да? Ай, сзади. Ай-яй-яй-яй, поздно заметил. Поздноватенько я заметил. Так, а сейчас никак, да? Или да? Не оптику на как-то. Чуть чутка задел кого-то. Побаловался. Failed by every conceivable metric. Поражение у нас. О, я всего 200 очков набрал. Что-то у них физиономии плохо прогружаются такое. Я не знаю, как будет это на телефонах, там, на планшетах как-то смотреться все. У меня там на телефоне ужасно это смотрится. Ну. Так, давай покинем мы это лобби. И посмотрим другое. Если получится. У меня так как бы вот на большом телевизоре вот, графика очень плохо смотрится. Не уж сейчас обратно туда закинет. Так, комбинация, я хотел что-нибудь поставить на калаш. Блин, никак. А, во, можно. Так. Так, прицел. Давай-ка вот эту возьмем, наверное. Наверное, вот так лучше будет. А может вообще с ППшкой надо бегать для скорострельности, чтобы быстро прицелился? Возможно. Так, вот тут вроде с самого начала, да, все идет. Давай паучка возьмем также. Так, что-то я сделал, фиг поймешь. Escort, where you pretend you're a Jack Russell Terrier, and the other team is the postal carrier. Вот с оптикой, наверное, повеселее будет.
Goons are escorting a package to the delivery zone. Shoot at them so they can't do that. Бля, музыку никак не выключить. Музыку бы выключить, конечно, было бы хорошо. Ох ты! Выпрыгнула. Овца. Так, куда-то туда нам надо. Да, паучка бросим. А вот и попали даже. Давайте все в атаку. Все в атаку. Атаку! Щит пробьем давай хотя бы. А, побежали. Булки иметь тут. Ух ты! Прибежали! Прибежали. Так, не ругайся на меня. Ругается он. Так, давай, давай, выходи. Блин, а хоть кого-нибудь сегодня убью, не? Давай с тылу попробуем зайти. Вау, бегут там. Go get some hugs. Ладно, с тылу нормально, можно. Тихо, тихо. Собака. Смайлик удивления скинул. Так, где? Плохо на машине не залазит. Тихо-тихо! Ну, достали, дайте мне-то пострелять-то, блин, а. Мне-то дадите пострелять-то, не? Блин, я мимо стреляю там. Блин, а. Не, ну прикольно, но... Ну в это я не умею, конечно. Не, если, конечно, там потренироваться, поменять, там понятно, справить. Но когда это будет? Мне позицию бы какую интересную занять. Kill the goons! Dead goons can't very well push the package, can they?
Не, ребятки молодцы, кстати. Вот ребятки молодцы. Блин, а как с тыла бежать-то? Можно как-то, нет? Побежал. Там враг видимо, да? Давай, беги. Давай. Взять ее! That was self-defense. Разбираться и искать какую-то партизанскую войну какую-то. Package is reversing. Hope you like spider. Фас, паучок, фас. Grenade away. Deploying crash. А, нам надо рядом быть, да? Подожди. Братан, подожди. Round's about to end. Тихо. 3, 2, 1. Zero. Moment of truth. Tell you what, you stop their package and I'll stop так, talking about время, it. They cleared another checkpoint. You may swear. What? Борьба за груз. А вот как вот он идет и валит всех просто и все. А они еще под защитой. Видимо, как нормальные люди сгруппировавшие. Давай, фас. Grenade away! Going great! А где эти гадины? Ну-ка, давайте мне их, я их порву сейчас. Что, не дадите? Вон. Блин, я даже не попал. Я реально тут мясо просто. Просто мясо. Дай им. They're about to reach the delivery. Не знаю, кто подпилил, но подпилили. Я поучаствовал. Хотя бы. Блин, у меня миллион возрождений, наверное, уже. Блин. Now you're on the attack. Leave no package behind. Так, что ты мне предлагаешь?
Давай огнемет возьмем. Так, это что сейчас? Сопровождать груз. Так, это я понимаю, мы как сторонами поменялись, да? Видимо. Ух ты, огнеметик какой. Так, чё, открывайте ворота. They made it to the delivery zone last time. We gotta do the same. Fast. Блин, не в ту сторону открыл. Ох ты, блин. Так, а наверху чё? Мне вот снайперскую надо, блин, издалека что-то. Издалека глушить. А попробуй, кстати, реально снайперку можно взять. Попробовать. Так, они с тыла будут выходить? Они же тоже могут с тыла обходить. Где-то он вот там. Пробежать, к примеру. Нет, что-то далеко от них, да? Frag out. Nothing cleans like burning. Ох ты, а ты куда полетел-то? Я думал, ты на врагов полетишь. А ты куда-то полетел, а не туда? Так. Меня чуть не раскочегарили. Так, здоровье. Блин, они-то шустро так прям. Реально, колбасят. Я-то перед ними вообще как лук полный. Keep it moving. Got that napalm you requested. Yeah. Deploying flash. Oh, Магнум проверил в деле. Deploying flash. О, они там. Так, не будем магнум проверять. Блять, заколбасили! Keep that package moving. Delivery zone a bust. Опа. Что за шкера тут какая-то? Нифига меня наколбасил. Жестко прям наколбасил сразу так.
Вот. Бля, в другую сторону засмотрелся. Фух. Да, пора уже на другие приходить, другой посмотреть. Так, а тут не обойти, да, ничего. Вообще. Вообще глухо. Глухо, как в танке. Closing in on the checkpoint. Борьба за груз. Got that napalm you requested. Get another checkpoint. Блин, где все там? Так, да, это дрон огнемет и к тему вообще. Непонятно. Так-то. Тихо. Блин, я даже не убил его. Убили. Пошли, дотащим. Давай, вперед! Ладно, не очковать. Так, уже подожгли. Там с огненными что-то стреляют, как я понял, интересно. Ох ты, это что такое? Бля, это паучок вот этот, что ли? Так, сейчас мы здоровье подправим. Побежали. Не успели. You and your crew got the job done. Ну круто. Мне понравилось. Правда, толку от меня никакого. А так круто вполне. 1000 очков. Меньше всех, но да. Этого стоило ожидать. Так, ну, видимо, все, игра закончилась. Сервера недоступны. Повторите попытку позже.